Доброго времени суток, меня зовут Сергей Чураков, и в этом видео я вам покажу, как использовать карту Pioneer от компании Access Marketing. В данном случае я уже зашел в кабинет Access Marketing, и на первой странице у нас новости. Ежегодная конференция Access в Лас-Вегасе в 2013 году. Проходит много лет, поэтому здесь стабильно все работает. Я в компании 2,5 года, с 1 марта 2011 года участвую. Выплаты идут как часы, поэтому единственная стабильная компания, которая никуда не собирается пропадать, и проверенная Верховным судом США еще в 2010 году. Лучшего нет на рынке просто. Значит, как я сказал, будет три способа проверки информации по карте. Первый способ. Нужно найти вот эти все сервисы в кабинете и нажать на кнопочку e-wallet. Нажимаете на кнопочку e-wallet, открывается accessglobalwallet.com. Вот такой сайт, и с ключом HTTPS. В данном случае можно информацию посмотреть на разных языках. Я поставил на русском языке. Значит, нужно ввести имя и пароль. Сейчас я ввожу. Имя и пароль. Эти данные вы получаете при регистрации в компании. И нажимаете кнопочку «Войти». Если вы забыли пароль, то нажимаете «Кликнуть здесь». Вхожу в кабинет e-wallet. Как вы видите, 19.08 я на карточку отправлял 201 евро 65 центов. Из кошелька на предоплаченную платежную карточку и e-wallet Pioneer Card. И сходил в магазин, потратил некоторую сумму. Надо проверить баланс. Для того, чтобы проверить, нужно навести на вкладку «Моя учетная запись». И здесь есть предоплаченные платежные карточки. Когда нажимаете на предоплаченную карточку, тут видно e-wallet Pioneer Card. Редактировать можно, изменить название карты. Номер карточки, имя на карточке Сергей Чураков, карточки у нас именные, баланс счета 129.61, а я говорил там 200 с чем-то было. Уровень стандарта, тут можно изменить пин-код и удалить. И вот эта кнопочка есть, история. Вот нажимаете историю, и здесь видно история транзакции, то есть 22.08 была совершена purchase international Russian Federation рубли. То есть я в России проживаю, поэтому Russian Federation. И оплачивал в рублях магазин продукты. Вот $5.36. Дальше. 22.08 опять с карточки была совершена покупка. Опять, естественно, в России. Рубли. Сколько рублей? 927 рублей. 1 копейка. Магазин окей. Опять 20. Ну, здесь в рублях сколько стоит и сколько было снято в долларах отображается. Значит, вот также 22.08 была совершена покупка через интернет. onpay.ru, ну, через этот сайт. Значит, $18.57, либо 592 рубля. То есть карточки у нас позволяют рассчитываться в интернете. Это первый способ. Следующий способ. Можно запросить вот здесь через Love Chat Support, то есть по времени с 8 часов Андемеридиан до 6 часов постмеридиан. То есть Андемеридиан до обеда и до 6 вечера по времени ИСТ. ИСТ — это тихоокеанское время. То есть, ну, в общем, по времени работы в компании, компания американская, то по ихнему времени. Нажмете на Support онлайн вот этот чат и в режиме реального времени спросите доступ для сайта Pioneer. Значит, когда вам
дадут доступ. Зайдете на сайт pioneer.com, и здесь есть много разной информации. В данном случае меня интересует My Account. Нажимаете на My Account и вводите имя пользователя и пароль. Значит, можно здесь проверить, а можно еще через смартфон проверить. Как на Android, так и на операционной системе iOS компании Apple. Значит, имя пользователя, в качестве имени пользователя вводится адрес электронной почты. И пароль, который дала компания. Access. Так. Ввел и нажимаю «Войти». Сейчас я показываю второй способ. Я нахожусь в кабинете уже пионера. Здесь можно посмотреть разные сообщения, которые поступают от пионера. Также поддержка разных языков есть. Которые надо, выбираете. И мне интересует история транзакции. Здесь есть информация об аккаунте, просмотр транзакций. Нажимаете на просмотр транзакций. Так, поиск. Нужно выбрать карточку сначала. Дебетовая карточка 0405. И после этого нажимаете просмотр транзакций. Как вы видите, 22.08 магазин продукты $5.36. 21.08 магазин ОК $28. И 22.08 onpay.ru, то есть $18. Можно также нажать, допустим, на то место, где вы совершали покупку. И тут будет название продавца, магазин продукты, расположение продавца — Пушкино. Ну, город Пушкино, где я проживаю. То есть страна — Российская Федерация, номер транзакции такой-то, сумма транзакции 171 рубль 40 копеек, комиссия за снятие средств 0. То есть мы оплачиваем без комиссии всяких. И общая сумма в долларах, она показана. Также можно другой кликнуть и узнать более подробно. То есть название продавца — магазин ОК, расположение продавца — в Москве он находится, страна — Россия, номер транзакции — покупка с указанием пин-кода в точке продажи, сумма транзакции 927 рублей 10 копеек, комиссия за снятие средств опять 0, общая сумма в долларах $28. И также третью покупку я вот совершал. Название продавца — onpay.ru, расположение — Москве, Российская Федерация, покупка в точке продажи 592 рубля 25 копеек. Опять комиссия за снятие средств 0. И также в долларах. И сейчас я покажу третий вариант проверки этих данных уже непосредственно на смартфоне. Значит, я уже подключил смартфон к программному обеспечению на компьютере. Я использую смартфон компании Kazertex Communication. Значит, вхожу в кабинет. Так. Запущу заново синхронизацию. Так, вхожу в кабинет. Я установил программу Pioneer. Откуда я установил? Сейчас еще раз покажу, откуда установил. Так, нужно отсюда выйти. Где тут выход? Вот выход. Вот видите, вот здесь есть загрузка для Android, а здесь загрузка для iOS. Вот если кликните, допустим, загрузка для Android, здесь есть кнопочка «Установить». Ну, у меня уже установлена. И здесь есть описание этой программки. Можно все это перевести на русский язык, это не проблема. После того, как нажимаете «Установить», программка устанавливается на смартфон. Дальше переходим на смартфон. Я запустил... Ага, еще разок. Заново. Загрузить. Угу.
Значит, захожу на смартфон. Еще разок нажму назад. Вот эта иконочка Pioneer Mobile. Нажимаете на эту иконочку, это уже установлена программка. И здесь надо будет ввести юзернейм и паспорт. Ввожу. Свой юзернейм, это электронная почта. Так, и паспорт. Значит, и нажимаете кнопочку «Логин». Идет загрузка. Можете пролистать и выбрать нужную карточку. Я выбираю карточку 0405. Нажимаете кнопочку «Select». Здесь показано $129.55 осталось на балансе. Здесь валюта. Можно сменить его валюту, допустим, что у нас тут есть, Cesar, USDT, так, вот рубли. То есть мне нужно узнать, сколько это в рублях. Вот в рублях, это уже 4133 рубля. Здесь можно также посмотреть Account Information, View Transaction, то есть посмотреть транзакции. Вот магазин продукты, магазин ОК, он Pay, подробно я уже рассказывал. Ну, также можно посмотреть более подробно. То есть, опять-таки, Пушкина, Российская Федерация, 171 рубль 40 копеек, комиссия 0, $5.36 стоит. Вернемся, превью. Так, вот так. И также все транзакции можно просмотреть. Еще раз вернусь. Что еще можно посмотреть? Payments History. Было поступление, пополнение на карту $201.65. И My Billing Address. My Billing Address, то есть куда доставлять отчет. Так. То есть три варианта я вам показал. Вариант со смартфона, вариант через сервис непосредственно pioneer.com и вариант через Access Marketing Global Wallet. Так что подписывайтесь на мой канал, будете в курсе всяких новостей разных. Может, какие-то технические моменты узнаете. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!